Быть чемпионом непросто. Ежедневные тренировки на воде, но кроме того, общая физическая подготовка. Качание пресса, нагрузка на необходимые группы мышц и даже бег. Тренируем мышцы, которые, чтобы не забивались на соревнованиях. И тренируем грибок. Отличный современный тренажерный зал бассейна «Дельфин», что в поселке Развилка, пополнил еще один тренажер «Эргометр Нагерон» для подготовки пловцов. Ну, этот тренажер действительно он уникален сам по своей сути, потому что это производство французских специалистов, ноу-хау, я бы сказал, Федерации плавания Франции. Мы, наверное, это года два назад, мы заключили с ним контракт с ними и получили данные тренажеры для спортсменов высшего спортивного мастерства. Те люди, которые уже достигли определенного какого-то совершенства, они могут усилить свое как бы спортивное преимущество именно за счет этих тренажеров. В воде не всегда можно тренеру выразить какие-то методические рекомендации, потому что связано с тем, что нужно его остановить, вот сделать указания. В данном случае здесь во время выполнения упражнения тренер максимально общается со спортсменом, указывает недостатки и делает какие-то рекомендации поправить. Это тот тренажер, который мы никогда бы не смогли приобрести, он очень дорогой и невозможно купить. И для наших ребят, которые выступают за сборную страны, за сборную Московской области, он просто необходим, как кислород для человека. Я обычно работал в зале на обыкновенном, штанги, гантели. И прорабатывал отдельную группу мышц. И ее потом в воде так особо не чувствовал. То есть тренировки проходили, ну, грубо говоря, зря. А здесь уже полная имитация движений, как в воде. И чувствуешь правильные мышцы. Мы провели небольшую децентрализацию подготовки спортсменов. И образовали где-то 5-6 центров подготовки небольших, в которых спортсмены будут заниматься по индивидуальным планам. Один из таких центров – это вот здесь, где создаются достаточно хорошие условия для лидера этой группы, Жени Рылова, ну и других ребят, которые занимаются в этой школе. То мы передаем его во временное пользование. Как только проблема, будем говорить, подготовки спортсменов высшего мастерства станет здесь неактуальной, мы заберем, передадим в другое место. Но наши спортсмены умеют бороться, а потому на Герон, уверены они, пропишутся в Развилке надолго. Татьяна Брылова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.